соответственно, крыло было отполировано, здесь нанесено покрытие помпоната 882X, тут нет покрытия. Вообще покрытие встает, кристаллизуется полностью в течение 30 дней, как заявлено производителем, но мы его немножко подсушили под лампой, оно у нас 2 дня полежало в теплом боксе, в котором температура воздуха 27 градусов. Пробуем его тестить зажигалкой. Вмятина есть, да? Крыло даже замялось, но ни, вообще царапинки никакой. А покрытия где нету, видишь, да? Не, царапинка. Да все, без смысла.